всем привет, это я, Пахан, aka Ванхан. Я о том, что существуют простые спиннеры, но есть необычные. И вот смотри, простой спиннер, покажи простой спиннер. Это покрути. Говно, которое есть у всех. И спиннер, который мы нашли. Вот тяжело крутить, люди раньше были большие, у них были большие пальцы, и удобно было. А нам, маленьким, не совсем. Итак, пробуем. Саня, помоги. Карликовые руки мои. Вот он. Сколько ему лет уже? Мы провели радиоуглеродный анализ и выяснили, что ему 10 тысяч лет до нашей эры. То есть люди еще уже в то время знали о спиннерах. Раз, два, три. Вот этот спиннер древний, который крутится медленнее. А знаете почему? Потому что удовольствие в спиннере вы получаете только когда делаете раскрутку. А когда он крутится, это быстро надоедает. Древние люди знали, как кайфануть. Медленно, да? Копасит его просто. Медленно крутится. Ничего себе.